Объявляю вас мужем и женой. Накажи меня, шеф, да? Я хочу домой. Мы прошли какие-то, не знаю, сколько километров, и дошли до речки. Папа вроде проверил, вроде там ничего нет. Ноги вроде только немножко мокрые. Наши все без грязи. Будем надеяться, что мы останемся живы. Всем привет! В этом году мы решили выгулять наше подрастающее поколение. Вопрос «куда и когда» оказался как бы предрешенным. Туда, где тепло, комфортно и весьма интересно будет для всех участников похода. Да, это все о Кавказе. И вот группа собрана. Продукты расфасованы, и мы мчим на всех парах туда, где нас ждут высокие горы и предстоящий непростой поход. У нас ларгус немножко вырос. Шарабан. Шарабан, да. Целый шарабан. Да. У нас в мой ларгус вошло, не поверите, 15 человек. Водитель 16. Нет, водитель 15. Короче. Нас 15, и водитель 16. Я когда-то ездил на Шкоде 3М. Мы на него залазили в пятером. Мотоцикл. Так получилось, что мы решили ехать туда на заказном автобусе. Обошлось недешево. Но выигрыш оценили все участники. Вся группа собрана и двигается в едином графике. Вся логистика в районе похода тоже решена. Автобус приходит туда, куда надо. И самое главное, наши родные кони стоят дома в целости и сохранности. Где мы сейчас? Волга плюс виноград. Ой, это что? Это что? Стой, я забыла, как называется камера. СПИ? СИИС? Вот мы и прибыли в славный город-герой Волгоград. И сейчас мы пойдем не куда-нибудь, а в самое знаковое место этого города. Родина на Мамаев курган. Родина мать. Пойдемте. За эту высоту были во Вторую мировую самые ожесточенные бои. Да. А почему? Потому что это господствующая высота, с которой можно было хорошо и очень удобно наводить. А ниже арт-налеты. Самый знаменитый дом Павлова. Да. Мы поднимаемся по ступеням. Прямо на сам курган под статую. И поверьте, это просто что-то. Такое количество, такие размеры, такое количество бетона сюда вбухано. Вот широкоформатная камера, пожалуй, лучше всего передает сейчас все габариты, все то, что можно увидеть. Да, ветер здесь немножко есть. Ребят, это космос, такие ощущения. Папа, просто. Сюда наведи камеру. Сейчас увидим. Это одно из самых жестоких, самых тяжких сражений Великой Отечественной войны, которые здесь были. Они были именно здесь, в Волгограде. Просто обалденные ощущения, ребят. И мы заходим в зал славы. Здесь, в гудящей тишине от вечного огня и множестве отраженных от стен звуков, душа уходит в пятки.
Кровавые события происходили здесь и происходят неподалеку. Прямо какой-то мостик перекинулся через время и пространство. Боль. Чужая боль. И мурашки холодком по спине. Это не должно повториться, но повторяется. Смотрите, дети. Смотрите и запоминайте. Каждую минуту. Каждую секунду. Здесь все пропитано этой болью. Вам дальше жить. Надеюсь, без этой боли. Вы здесь тоже были. Июля мы прибыли в Кисловодск, где живет наш старый друг Эдик Козицкий. Удивительно гостеприимный и щедрый человек. Всегда найдет время, встретит, проведет по Кисловодску и обязательно расскажет массу удивительных историй про свой город и его окрестности. Эдик, мы обязательно к тебе еще приедем. Ты нас только жди. Дерюша, как тебе дорожка? Двое суток. Поднаелись. Детский сад вывалился у нас. Это вот скалы около замка Коварской любви, Аликоновское ущелье. Сколько? Два года? Прямо. Выходи, приехал! На старт! Внимание, марш! Поперли, поперли! Маршрут стартовал! Это день старта нашего похода. Да, утро немного подзатянулось. Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Все приходится делать на месте. Но мы трогаемся в путь и шагами отмеряем первые километры пути. Что, рассказывай. Ну, мы прошли какие-то, не знаю, сколько километров, и дошли до речки. Папа вроде проверил, вроде там ничего нет. Ноги вроде только немножко мокрые, но сухие, без грязи. Будем надеяться, что мы останемся живы. Накрутили нас целыми килограммами, тоннами, ведут непонятно куда. Я хочу домой.
что мы на Медовых водопадах. Вот так вот. Время около 7 вечера. Мы только достигли Медовых водопадов. Дневная жара начала спадать, и народ начал оживать. Осталось совсем немного, и мы встанем на ночевку. Этот день был непростым, и мы все время лезли в гору, обходили косогоры, учились идти в едином ритме, но это был самый лучший день, ведь это был первый день в походе, как мы его ждали. Ребята, а вот это вот у нас нарзанный источник. Нарзан бьет прямо вот из горы. Попробуем, что это за нарзан. Он идет газированный. Крутая, конечно, деваха, это грани России. Жди, жди теперь. Леха, ногу сначала поставь, не прыгай. Вот, поставь, почувствуй по почву. Вот. Подойди сейчас ближе туда и помогай им с рюкзаками. Сейчас, не пойдет так. Ребят, палки кому надо, давайте дам. Надо вторую? Вот! Я буду вытягивать. Да, а вот вытягивать это да. За шиворот. Да. Вот и подтягивай. Подтягивай. На самом деле эти переправы можно было обойти. Но мы же не ищем легких путей. Получился увлекательный контент и несколько промокших ботинок. Итак, вот мы поднимаемся сейчас по Аликоновке. Аликоновское ущелье, которое я показывал чуть-чуть раньше. Вот у нас верховье туда уходит Аликоновки, а нам сейчас вот сюда, вот в этот распадок, выше коров. Вот сюда. Туда, в сторону Гришкиной балки. Вот оно, Аликоновское ущелье. На мой взгляд, достаточно красивое место. Всю дорогу, левый борт долины, это сплошные скалы. Вот они у нас. Скальники очень красивые, впечатляющие. Ай, меня там кто-то кусает. Видно отсюда Медовые водопады. Вот там они, глубоко там в долине, внизу. Ну вот так вот. Мы практически в верховьях, да. Это у нас команда, сказал бы, Ларгус бомжей. Нет, мы переросли. Мы теперь Пежо бомжи. Вот. Дети, которые только что шли, умирали. Вообще, ни грани у них усталости. Вообще. А у меня всего два. Там кто-то сидит, что-то ест, кто-то что-то готовит. А вот щепочница в своих настоящих реальных условиях. На маленьких щепках готовим еду, омлет. Ну а там у нас это фильм 18+. Судя, глядя на Кирюшу. Накажи меня, шеф, да? Во, смотри. Классно, давай. Давай, Уля, делай это. Хватит подняй бежать. Лена, ты права. Уля, перестань. Да. Уля, сейчас тебе врежу, смотри, подай. Смотри, может, где-то на дереве проснуться. Не надо. Олег, я сказал, не надо врезать. Сами разберутся. Неравный брак. А что не равно? Она вырастет когда-нибудь? Он тоже, конечно, немножко подрастет. Нет, не
Так. Камерамен. Главное, морду кирпичом надо делать такой. Надо было петь, когда он песни пел во сне. Да? Это будет завтра. Вот наша щепочница, кормилица. Вообще жесть. Мы полный котел забутурили. Только что снимать было некогда, я готовил. Это у нас омлет с лапшичкой, лучше которого нет, да? И вот она вот так вот полыхает. Идем. Куда-то вверх мы все идем. Вот нам надо вот сюда, вот в эту сторону. Выйдя из Аликоновской долины, мы оказались на водоразделе, по которому идет грунтовая дорога. Немного по дороге вверх и уходим вправо, вниз. Вот это вот вид на Кисловодск. Там вот даже видны дома, многоэтажки. Вот там вот. За Аликоновским ущельем стоят свечки. Вот так вот идем. Медленно и печально. Горная степь. Степь да степь кругом. И табор уходит в небо. Заходим в Гришкину балку. Стой. А вот и сама балка внизу под нами. Вот спуск сюда. Он такой крутовасенький здесь. Есть обход. Как-то так. Вот туда нам завтра, вот туда надо выходить. На самый верх. Завтра будем вылазить. Это будет непросто, но я думаю, что мы вылезем. Гришкина балка. Вот такие вот скалы тут. А из них вытекает целая река. Сейчас будем ее форсировать. А вот тут пещера, из которой вытекает вода, которая потом водопадом обрывается в Гришкину балку. Ну а тут вот мы форсируем ручей, который прямо через дорогу идет. Чистенькая, вкусненькая питьевая водичка. Сейчас мы ее будем пить. Июля мы делаем на Гришкиной балке вынужденную дневку. Вчера вечером Алексей на спуске повредил ногу, и мы подозреваем растяжение, поэтому решаем дать ему один день покоя. Весь день мы полоскались под водопадами и, конечно же, прогулялись по Гришкиной балке. Искали нарзаны, не нашли, но аппетит нагуляли. Тут девчонки полощутся. А вот тут есть вот такая вот штука. Это сквозная пещера, судя по всему. Сейчас мы попробуем. Тут течет. Ага. Вниз я смогу спуститься. Там вот проход какой-то. Обалдеть. Все кругом течет и капает. Тут дождь идет, просто идет дождь. Вот такие вот наплывы. Ух, ух, сырая какая пещера. Кругом натечные образования. Вся пещера покрыта натеками. Тут более-менее сухое место. Нет, не сухое, там тоже течет. И вот такая вот. И выходишь прямо в водопад. Под водопадом. Это круто! Эй! А тут вот можно даже пройти. Соседний грот. Удивительное вообще место. Система гротов. Прямо вот как есть. Вот это какая-то земля, я сюда даже вставать не буду. Она топкая. По камням надо ходить. Обалдеть. Осваиваем картографию.
Я дызю через картографию. Я картологию. А тут большие дяди осваивают картографию. Объявляем вас мужем и женой! И у нас в казарме живет с вами весь лагерь. Вот такое вот удобное место. Там какашки были закиданы.